друзья, в этом видео я хочу немножечко рассказать вам, каким образом я рекомендую исполнять эту известную всем нам мелодию из кинофильма «Бриллиантовая рука», песню про Зайцева, ту, что Никулин поет, а нам все равно. И здесь я хочу дать тройку, четыре, может быть, рекомендации о том, как ее следует исполнять. Конечно, на вкус и цвет, как говорят товарищи, нет. Решать вам, но, возможно, мои советы, рекомендации, мой опыт вам в чем-то помогут. Если говорить о куплетной части, где мы с вами играем, что здесь я могу порекомендовать? Во-первых, советую разбивать эту часть по фразам. Что я здесь имею в виду? Если просто показывать, то у нас получается каждая половинная нота является последней нотой фразы. То есть, вот у нас фраза закончилась первая. Вторая фраза. Закончилась третья. Четвертая. Так далее. То есть давать вот такую как бы разбивочку прям по фразам, как будто бы вы вдох взяли и что-то сказали. Опять вдох взяли и на выдохе что-то сказали по фразам. Это первый момент. Второй момент уже касательно самих фраз. Я рекомендую эти фразы играть волнообразно. То есть вы как будто бы из тишины выплываете, громкий звук и потом снова уходите на пиано. То есть начинайте с тихих звуков. Здесь вот кульминация и в тишину. Опять с тишины на форте. Опять в тишину, опять с тишины. Громко в тишину. Из тишины. Да-да-да-да-да-да. То есть как будто бы волнами. Я думаю, что в принципе понятно. Тогда более интересно слушается, в отличие от того, если бы все вы играли на одной громкости, непонятно где тихо, где громко. Вот если так разговаривать тоже будете без интонации, будет неинтересно слушать. Но это парочку рекомендаций относительно куплетной части. Относительно припевок, где у нас идет уже. Что здесь могу посоветовать? Здесь рекомендую четко выделять сильную и относительно сильную доли. Они у нас как раз-таки совпадают с четвертушками в басах. Какие там? А нам все равно. Это первый момент. И второй момент. Можно играть все ровненько, то есть начинать каждый такт с сильной доли. А можно немножечко добавить синкопирование, когда вы сильную долю слегка сдвигаете на предыдущий такт. То есть как будто бы бас у вас чуть-чуть запаздывает. На самом деле он не запаздывает, он вовремя играет. Но из-за того, что вы начинаете вначале играть мелодическую партию, а потом только бас. Создается впечатление, как будто бас отстает. На самом деле бас играет ровненько. Вы немножечко раньше начинаете мелодию. Согласитесь, да, такой интересный получается ритмический ход. Ну, конечно, можно так тоже играть. Тут уже на любителя, как вам больше нравится. Ровненько было, а вот с синкопочками. Ну и так далее. Вот это все рекомендации, которые я хотел дать в этом видео. Надеюсь, что они вам пригодятся. Поэтому можете ноты скачивать прямо под этим видео. Всего всего доброго. И спасибо за просмотр. Обязательно лайки, если видео это понравилось вам. И подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И делитесь этим видео в социальных сетях со своими друзьями. Пока.